невеста и жених. Сегодня в одном из самых красивых городов России рождается ваша семья. Для вас это особенный день. Событие долгожданное и счастливое. Вы принимаете серьезное решение вступить в брак, стать мужем и женой. Создавая семью, вы учитесь дарить друг другу заботу и поддержку. Берете на себя ответственность за счастье близких вам людей. Семья будет оберегать вас от многих зол, но в ней должны царить гармония и любовь, мир и уют, уважение и душевное тепло. В эту торжественную минуту позвольте спросить вас, является ли ваше решение стать супругами взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить невесту. Да. Жениха. Да. По взаимному желанию и согласию, выраженному в присутствии свидетелей, родителей и гостей, брак регистрируется. Прошу вас подписями скрепить семейную связь. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга.
сегодня этот праздничный салют. Хлеб и соль – это символ достатка вашего будущего дома. Я увидела, как Кирилл солил свой хлеб. Кирилл, давай договоримся, что сегодня был последний день, когда ты так крепко Иринину солил. Поздравьте, молодые, друг друга. Иришка знает. Could I just wanna